Депутаты заседания присутствуют 20 дам, уполномоченные право начинать свою деятельность. 17-е заседание Совета депутатов муниципального образования Кингисеппского городского поселения, муниципального образования Кингисеппского муниципального района и городской области, третьего созыва объявляю открытым. Уважаемые депутаты, я председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кингисеппский муниципальный район, который исполняет полномочия в сфере градостроительства как города Кингисеппа, так и пяти сельских поселений Кингисеппского района. Основной задачей комитета архитектуры и градостроительства в отношении территории Кингисеппского городского поселения является планирование развития территории поселения, обеспечение этих территорий градостроительной документацией. Комитет готовит заключения по земельным участкам. Данные заключения требуются как по межведомственному взаимодействию для кадастровой палаты, для комитета муниципального имущества, а также для подготовки конкурсной документации земельных участков на торги. Рассмотрение проектной документации для строительства и реконструкции зданий и сооружений. Ну, комитет архитектуры в то же время все объекты, объекты строительства на территории Кингисеппского городского поселения, все мониторит и сопровождает всю градостроительную деятельность. Сегодня мы работаем над тем, чтобы формировать земельные участки где-то по существующим проектам планировок, где-то приходится разрабатывать эти планировочные документации для того, чтобы в дальнейшем прокладывать инженерные коммуникации по городу. Приходили вчера на прием граждане. Один из вопросов, который вот мучает меня, потому что он на моем округе, и уже люди обращались и к Александру Ивановичу, по помещениям, которые рушатся. Что можно с этим сделать? Пожалуйста, я очень прошу, кафе «Три толстяка», когда-то это было, сейчас это помещение стоит и рушится, мы ждем, пока там дети переломают ноги и руки, и тогда мы начнем за него браться. Можно ли найти собственника этих помещений, потому что я обращалась к нашим юристам, мы пытались искать, но в регистрационной палате нам не дали, кроме имени и фамилии, больше ничего, то есть мы не можем найти этого человека. Наш вопрос, это, наверное, все-таки комитет имущества. Ну, мы готовы подключиться, если уже так. Потому что мы занимаемся объектами строительства и реконструкции. Данный вопрос, я думаю, тут надо совместно нам решать, и, может быть, комиссии по... Определенная работа проведена по поводу вот этого объекта. Нами найден собственник, с ним проведены переговоры. И в настоящий момент получено гарантийное письмо о том, что этот объект будет приведен в надлежащее состояние, и необходимые работы по благоустройству также будут проведены. Нами этот вопрос взят на контроль. Вот по срокам спрашиваю, там есть сроки какие-то? Надо уточнить сроки. Такой вопрос. Несколько лет назад поднимали вопрос реконструкции автостанции. На каком этапе решение этого вопроса и будет ли у нас? Ну, на сегодняшний день на уровне главы администрации эта работа проводится. И сегодня, я так понимаю, есть какие-то инвесторы, которые принялись за очередное проектирование этой сложной задачи, поскольку это все-таки финансово емкий проект. Вот, уже на моей памяти было их, по-моему, трое. Очередной инвестор сегодня работает над следующим проектом. 10 лет мы все бились за проектирование и постройку нового моста Романов. Это все кануло в лета или как? Забыли про этот проект? Проект, который прошел экспертизу, совершенно понятна стоимость этого проекта и... Я думаю, что наше руководство точно так же работает над решением финансового вопроса, потому что там тоже достаточно... 20 стоит забор, и там должны были строить эту полную гостиницу, мы, по-моему, под это, ну, говорили об этом, да? А сейчас там за забором, значит, разместился вагончик, как будто бы кафе, там будут строить что-то, и этот вагончик так и будет, как кафе там функционирует.
У этого земельного участка есть частный собственник, который на сегодняшний день, да. Здесь необходима нам, конечно, комиссия по землепользованию. Первый был задан вчера на приеме, который проводился в Единой России, по адресу Сланцевское шоссе. Мы там нарезали три участки, и по 131 закону там тоже получали многолетние семьи. Улица Светлая, мы там присваивали название. Там очень близко подходит лес к домам. И жители обеспокоены тем, что, всяко бывает, в случае пожара, это определенно представляет опасность. Предусмотрено ли там вырубка части леса, что была какая-то заградительная полоса или пожарный водоем, или, как они сказали, есть слухи, что там еще нарезали участки, и лес таким образом отодвинется. Мы им дали ответ такой, что завтра придет туда пользователь этого земельного участка, и, возможно, он не захочет сносить эти сосны и захочет оставить их в границах своего земельного участка. И я должна сказать, что вот эти заявители, которые мы выезжали на место, посмотрели, они на своем участке еще не убрали сосны, а требуют снести на соседнем. Кассе между домами 6А, по-моему, где оптика была, и 10. Там был сквер. Потом все повырубали, выстроили большой дом, слава богу, там сейчас тонус клуб. И сейчас вместо маленького, аккуратненькой там какой-то будочки строится двухэтажное большое строение. Опять же, ни дорог, ни парковок, ни подъездов. Что там? Магазин? Кто дает разрешение на укрупнение объектов в зеленой зоне? Реконструкцию проходит в границах своего земельного участка, который ему был отведен еще изначально. Был павильон, который уже пришел в негодность, в котором не было ни санузла, ни административного помещения, ничего. И поэтому было принято решение разрешить им провести эту реконструкцию, но с условием, что они совместно с тем объектом, который находится на другом конце этого сквера, они совместно проведут благоустройство всей территории сквера. На сегодняшний день границы сквера определены, и сегодня мы по городу провели работу, обозначили все зеленые участки и все границы этих скверов. И они будут сегодня узаконены постановлением. Утверждены границы всех этих земельных участков для того, чтобы в дальнейшем они сохранились в этих границах. Центр города, Октябрьский бульвар, около торгового центра «Норд», около столовой имени Ивана Вячеславовна, дырка, котлован. Там 20 лет уже как выкопан, есть какие-то перспективы, нет? Появился новый собственник у данного объекта, и, насколько мне известно, они разрабатывают проект на эту территорию. Да, Ростра. Но, насколько мне известно, у них проектирование ведется. Моего округа Таратуши находится территория, которая в собственности муниципалитета. На сегодняшний день она не содержится никаким образом. Но там находится яблоневый сад. По одной версии, вчера у меня на приеме была Ирина Яковлевна, значит, по одной версии, это все-таки яблони, высаженные после того, как там был концлагерь, и дети, значит, в память посадили там яблони. По второй версии, которую давно вы нам озвучивали на совете депутата, там же все-таки был частный сектор, и якобы это осталось яблони после того, как частный сектор был снесен. И вот у меня огромная просьба, там все-таки как-то на учет поставили этот яблоневый сад, и его содержать в надлежащем режиме. Это первый вопрос. А второй вопрос, значит, еще в прошлом созыве мы поднимали и досконально изучали проблему долгостроев. У нас застройщики, которые получили уже больше 10 лет земельные участки, на сегодняшний день никак их не застраивают. Вот какие меры принимаются в долгострое и земельные участки, которые до сих пор как-то не застроены?
Значит, сквер, о котором вы сейчас сказали, мы неоднократно занимались. Задавали вопрос нашему историческому обществу по поводу исторической справки. Нам все-таки наши историки дали ответ, что нет, не подтверждается то, что там был концлагерь. Вот. По поводу сквера мы неоднократно разрабатывали схемы благоустройства данной территории. Вопрос стоит в финансировании. Если примет решение муниципалитет о финансировании данной работы, схемы разработанные, благоустройства у нас имеются в комитете, и мы их уже неоднократно предоставляли в ЖКХ. Вот. Вопросами благоустройства, к сожалению или к счастью, не знаю, мы не занимаемся. Это уже дальше следующие наши комитеты. По поводу долгостроев наших, ну, я думаю, что здесь, возможно, может быть, на какую-то экономическую комиссию вызывать этих застройщиков. Мы, к сожалению, данной ситуацией тоже не можем управлять, потому что каждый застройщик-собственник, располагая своими финансовыми средствами, когда у них кончается разрешение на строительство, они обращаются в администрацию за продлением разрешения, объясняют свои причины. И если те земельные участки, которые предоставлены под строительство и не застраиваются, данная компетенция комиссии по использованию земельных участков, она вправе рассмотреть и принять решение, либо расторгать с ними договор аренды, либо нет. Это тоже не задача комитета архитектуры. Да, Валарка Макарова, по-моему, сейчас строится, обращает жителей, что занимал там неправильно парковочные места, хотя пришли в архитектуру, Степан Юрьевна, оказывается, у него и нет разрешения на строительство. Такие меры воздействия на таких застройщиков, которые начинают строительство еще без разрешения. Данный вопрос неоднократно рассматривался и на публичных слушаниях, и там достаточно серьезные дискуссии были со стороны жителей, и, насколько мне известно, этот конфликт урегулирован. Подъезд к данному объекту всегда осуществлялся через дворовую территорию, и поэтому жители предоставили Макарову право прохода проезда. По крайней мере, на публичных слушаниях это все рассматривалось. Пятая школа, есть аптека. За этой аптекой, вот этот садик, я неоднократно обращалась, и то, что там есть такой же яблоневый сад, но он уже в таком удручающем состоянии. Ивана Вячеславовна не даст соврать, там постоянно свалки набираются, там никому эта территория не относится, никто ее не убирает. Жители постоянно обращаются о том, чтобы ее убирали. Но когда посмотрели, этот участок никому не нужен, никому не принадлежит. Ольга Захаровна, а вы не можете предложить кому-то построить там что-нибудь? Ну, это как раз одна из тех территорий, которая является зеленой зоной, и на сегодняшний день никем не обслуживает. Растительная зеленая зона, там такие... Но вы знаете, когда мы летом вышли, застройщики обращались к нам неоднократно. И мы категорически сказали нет, потому что когда мы пришли туда на место, мы увидели там лужайку, на которой играли дети, на которой сидели мамы с колясками и с детьми. И когда мы представили, что сейчас все эти деревья снесут и начнут там строить, вот опять же, я думаю, что, наверное, нам всем и вам, уважаемые депутаты, нужно решить, каким образом эти зеленые зоны будут обслуживаться в городе. Либо мы их должны всем уничтожить и сказать жителям нет, либо мы должны принять какое-то решение и на сегодняшний день каким-то образом, либо, может быть, пусть жители окрестных домов каким-то образом. Они, хотя они пишут мне и звонят, а я туда иду и убираю. Зачем мне это нужно? Я 5 лет убирала. Кризис количества машин у всех продолжает расти. Парковки за машинами не поспевают. Есть какой-то план развития парковочных мест в городе?
По поводу автомобилей скажу. Значит, конечно, мы все понимаем, что город Кингисепп проектировался в те крупные советские годы, когда на тысячу жителей было 10 автомобилей, и, естественно, парковочные места в жилых кварталах рассчитывались на тот период. Сегодня, когда в каждой семье по две, а то и по три автомобиля, а как мне сказали в области, вы отстали везде уже по четыре, то сегодня, конечно, все понимают масштаб этого бедствия. Мы постоянно над этой темой работаем, и почти в каждом дворе уже пересмотрена планировка дворов, и где-то расширили проезды, где-то добавили парковок, но это не спасает ситуацию. Конечно, есть у нас сейчас намерение строить многоярусные паркинги, скорее всего, к этому мы придем, потому что земли для строительства таких огромных парковок уже в городе нет. Мы все понимаем, поэтому следующим этапом уже будут строительство многоярусных паркингов. Застройщики строят дома, а мы к этим домам областными деньгами, областным бюджетом строим дороги. И это большая нагрузка получается на областной бюджет. Поэтому и здесь у нас получается. Надо вообще вот в этом деле действительно пора уже наводить порядок очень серьезный. То есть все, кто имеет сегодня, так сказать, коммерческий интерес на территории города Кингисеппа, у них всех должно быть обременение. И оно должно выполняться. Вот. А вновь строящие магазины. Я думаю, что тебе нужно все-таки какую-то продумать градостроительную политику, чтобы это не было хаотично, как у нас получается, хаотичная какая-то застройка этих маленьких магазинчиков. Хотя мы уже в Ленинградской области по торговым площадям на душу населения опережаем. Цель оптимизации бюджетных расходов. Сергей Анатольевич, батюшка говорит. Муниципальное образование, Кингисеппское городское поселение, муниципальное образование, Кингисеппский муниципальный район. На содержание объектов недвижимости, хотельная площадка, здание раздевалки, которое расположено на земельном участке с кадастровым номером 47-20-90-73-24 по адресу Ленинградской области, город Кингисепп, улица Жукова, дом 10. По муниципальному бюджетному учреждению Кингисеппский физкультурно-спортивный комплекс необходимо передать в собственность муниципального образования Кингисеппский муниципальный район для использования учебно-тренировочных занятий по хоккеистам. Ну, тогда у нас самый главный вопрос сегодняшнего дня. Это бюджет 16-го, 17-го, 18-го годов. Для того, чтобы соблюсти принцип бюджетного процесса прозрачности и открытости бюджета, размещен на сайте администрации района бюджет для граждан, доступный для граждан в форме. 30 ноября прошли публичные слушания по проекту бюджета города, и протокол этих публичных слушаний также размещен на официальном сайте. Ну, теперь конкретно цифрам. На следующие, три последующие годы мы планировали бюджет 16-17 год с профицитом в целях погашения муниципального долга, это бюджетные кредиты с бюджета Ленинградской области, и 18-й год основные параметры запланированы без дефицита и без профицита. Основные параметры на 16-й год: доходы 255,6 миллионов рублей, расходы 241,7 миллионов рублей и профицит 13,9 миллионов рублей. И доходы от продажи имущества запланированы на следующий год в размере 43,7 миллионов рублей, 56,2% на налоговых доходов. Что касается расходов, то наибольшую долю расходов, 55% всех расходов, составят расходы на культуру, молодежную политику, физическую культуру и спорт. На эти разделы запланировано 131,5 миллионов рублей. На дорожное хозяйство запланировано 27,6 миллионов рублей, 11,5% расходной части. На жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 39,5 миллионов рублей или 16,5%. Когда мы планировали бюджет, на тот момент, то есть мы работаем по этим всем услугам, по перечням с лета, да, когда они были опубликованы, услуги на муниципальном уровне по телевидению и радиовещанию не было, вот по изготовлению программы. Поэтому у нас был выход, либо мы должны
муниципальный заказ разместить, и придет кто-то, кто нам эту услугу окажет, а учреждение должно было быть ликвидировано. Но сейчас все министерства вносят изменения, и в ноябре месяце данная услуга в базовом перечне Министерства связи появилась. То есть есть на нашем уровне муниципальном, только оказывать ее могут статус учреждения, тип учреждения, бюджетные. У нас ЯМТВ сегодня автономное учреждение. Вот. Поэтому эти ассигнования, они как раз в минимальном объеме не отражают они полную потребность на выполнение муниципального задания. Эта сумма 2 миллиона, это не увеличение, это та сумма, которую мы должны были в первоначальном бюджете запланировать на выполнение муниципального задания. И она еще как раз за минусом тех, уже теперь несколько, значит, телевидений, да, там, так скажем, организаций. И предоставить им возможность на какой-то конкурсной основе что-то выиграть. А то есть мы теперь должны предоставить конкретному, да, вот? Ну, мы им предоставляли, это наши муниципальные. Просто другие нас освещают нашу работу Генгисепа, Генгисепского района, бесплатно. А здесь вот мы таких... Ну, у нас никто нигде никогда ничего бесплатно не делает. Любое размещение информации в любых газетах всегда это, да, договор или муниципальный контракт. Это мой вопрос. Центр поддержки малого предпринимательства. А почему мы выделяем такую большую сумму на их содержание, если мы так дали вместе с помещением? Это вот он ни при чем вообще. А, на район, я не понимаю. Вот мы сейчас отдали сегодня... Значит, про... ни вы, ни он Фредди не считали. Представляем из городского бюджета на исполнение городских полномочий, потому что у нас есть вопрос местного значения о поддержке малого бизнеса. Как это, знаете, ничего никогда не делается бесплатно. Как у нас тяжело малому и среднему бизнесу? Нам тяжело очень. Поэтому, ну, та работа, которая третье место в области мы заняли по итогам прошлого года, этого учреждения, которое там же не только же малый средний бизнес, там еще и потребительский рынок. Нужно всегда исходить из следующего, что в любом вопросе спорт это, коммунальное хозяйство, дороги и так далее, должны быть приоритеты. Вот мы о чем говорим. Мы же не говорим, что вообще не финансировать ни олимпийские виды спорта. Мы говорим о другом, что, значит, все-таки олимпийские виды спорта, они получают государственную муниципальную поддержку. Более, может быть, реально. А не олимпийские виды спорта, значит, уже там, конечно, может, какая-то помощь должна быть, но она должна быть, может, в меньшем размере. Да? Вот, потому что если бы у нас, было бы количество денег, мы бы не делили, тут бы подход, и подход был другой. А подход по приоритету. Тем более, если говорить о тэквондо, то есть же, если я не ошибаюсь, если я ошибусь, вы мне поправьте. Есть олимпийская версия тэквондо? Есть. Почему наше тэквондо не в олимпийской версии? Потому что изначально, в 93-м году, мы создавали нашу версию, которая сейчас есть. Она исконная у нас. И выбирать то, что появилось позже в России, соответственно, развивалось в России позже, мы не стремились. А в 2002 году, когда олимпийский нам стало, не было смысла, потому что она настолько отличается сильно, что смысла переводить одно совершенно другое, смысла нет. 2015 год олимпийские виды финансировались с коэффициентом единица. Наш неолимпийский вид спорта финансируется с коэффициентом 0,25. То есть относительно тех результатов, которые были показаны спортсменами других федераций, то есть, ну, сравнение было единица и 0,25. Завоевывались медали на Олимпиаде, но мы не на заседании Олимпийского комитета. Но у нас задача другая, у нас 131 закон, и мы должны все-таки смотреть не по... Мы граждане этой страны. Мы обязаны следить, болеть и так далее. Но финансирование все-таки в нашем местном должно распределяться не по количеству медалей, а по количеству людей, подростков, занятых в том или другом виде спорта. Это вот мое личное мнение. Поэтому заслуживают внимания абсолютно все любые другие виды спорта. И за счет одного поднимать другой просто не стоит. Всего спасибо. Вопрос местного значения надо решать все. Невозможно весь бюджет отдать либо только на спорт, либо только на культуру, либо еще на политику. Поэтому все дискуссии у нас были во время всех кафедр. И содержание города надо обеспечить, да. И дорожную деятельность, и спорт, чтобы был, и культура, и так далее. В размере 2400 на содержание
этих территорий городских, которые не относятся к дорожному фонду, к дорожной деятельности. Те территории дорог, которые относятся к дороге, входят в этот план, да, они будут обслуживаться за счет дорожного фонда. Территории, которых парк, какие-то скверы, они не могут финансироваться за счет дорожного фонда. Они должны финансироваться как объекты благоустройства. На эти цели пока запланировано 2 400 000. Это и уборка, и кашение травы, и в летний период, и уборка. Больше там пока ничего не заложено. Ну, я зеленым парковым зонам. Мы может сегодня, эта сумма? Мы их и сегодня это финансируем, да, и может быть и те, все то есть территории, которые у нас не относятся к дорожному фонду. Ну, все территории, которые только они должны быть проинвентаризированы, включены в сводный перечень. 240. Угу. Я в первую очередь, конечно, благодарен уважаемые коллеги депутаты вам, что вы поддержали эту позицию. Мы все-таки и благодарен администрации, что мы все-таки нашли хоть небольшие деньги. Но вот и вчера, когда с губернатором встречались, губернатор сказал, что эта проблема уже озвучивается на различных уровнях. Они много говорят, а мы с вами одни из первых, мы пионеры, которые на этот вопрос усиленно, упорно ставят. Поэтому для того, чтобы нам наполнить более содержательно и более серьезными деньгами вот эту нашу строку, то все-таки вот мы с вами тоже об этом говорили, и, наверное, уже и сейчас, если я не прав, то меня поправьте, чтобы это была муниципальная программа. Да, муниципальная программа не наказы избирателей, а муниципальная программа благоустройства придомовых территорий, участников данных, как говорится, контрагентных действий. С одной стороны, это муниципалитет, с другой стороны, это сами граждане этих домов, и третья сторона, это управляющая компания. Особенно то, что касается внутри дворовых территорий, тогда будет другое отношение, не такое потребительское, как есть сегодня. И для этого у нас еще появился, благодаря правительству Ленинградской области, законодательному собранию еще один инструмент. Это 42-й областной закон по развитию части территорий. Вот, и там как раз предусмотрено, то есть большая доля это средства областного бюджета, но там предусмотрено и софинансирование местного бюджета, и также средства граждан, либо их участие в этих процессах, там, трудовыми ресурсами, материалами и так далее. И сейчас мы работаем над созданием вот этих общественных советов, над разработкой проектов, и я думаю, что в 2016 году уже реализация 42-го закона в нашем районе и в том числе в городе Кингисеппе обязательно будет. Теперь, уважаемые коллеги, предлагаю утвердить бюджет в целом. Да, против, нет, воздержалось двое. Уважаемые коллеги, уважаемая Елена Генриховна, Надежда Семеновна, поздравляю вас с принятием бюджета 2016 года. Депутаты, но это уже от лица администрации, главы администрации, хочу поблагодарить вас всех за проведенную работу, потому что то, что сегодня вот так принят бюджет, это наша общая заслуга, то, что документ был настолько проработан заранее, проработан в комиссиях, прошли публичные слушания, все это проведено в соответствии с действующим законодательством, с бюджетным кодексом. И, в общем-то, и обсуждения, и поправки, которые внесены, носили конструктивный и разумный характер. Спасибо вам большое за работу.